Так, всем привет, вы на канале GameDop. Играем в пенту. Дневные, обедние осады сейчас идут. Уже там пару постов захватили. Шмотки пожелтил вчера вечером перед сном. Теперь нужно еще кольца сделать. Кольца и сережки. Смотрю, там уже чуваки бегают в Т2. Лоу Т2. И шмотки Т2 уже есть. И пушки Т2 уже смотрю. На глаза попадались мне. Как бы, пока ты спишь, твой враг одевается. Ох ты ж, блин. Сейчас сдохну. Дефать? Целый час дефать? Я думаю, проще прийти там, не знаю, за полчаса. И заново его отбить. Опа, какие люди. Да, спалили. Короче, сказали дефать. Сбежали там куда-то, зашкерились и в тихарях прожали сои. Не, ну час, конечно, это тупо стоять. Если бы были бы замесы, то было бы интересно. Я думаю, сюда никто не придет. А, так хуманы другой замок захватывают. Я думаю, им будет пофиг на этот замок. Они там куда-то... Таурон взяли. Я пытался пушку точить. Что-то не везет. Один раз на плюс 4 сломалось. Второй раз на плюс 5 сломалось. На прошлой пенте больше везло. Нормальная пента будет на 4-0. Ну, все пенты там 2-5, 3-5. Это типа дробные пенты. Это типа... Ну, грубо говоря, типа тестовый запуск. Релиз это был первая пента, вторая пента, третья пента. Это релизы типа. А дробные пенты это как бы, грубо говоря, тестовые пенты. Здесь тестируются разные механики. И потом они уже думают, вот там какую-то механику там на пенте 2.5 потестировали. Если она понравилась, ее в третьей пенте добавили. Если не понравилась, ее с третьей пенты убрали. Также и здесь на пенте 3.5 тестируют там, как, ну, там какие-то механики это тестируют. Их или добавят на 4 пенте, или уберут на 4 пенте. Просто между пентами там 1, 2, 3 и 4 промежуток времени большой. Как бы серваки стоят, гуляют. И люди тоже пиздело типа сидят. И вот чтобы... людей хоть чем-то повеселить, запускают дробные пенты. Поэтому на дробных пентах рейты повышенные, чтобы люди быстрее качнулись, чтобы быстрее протестировать. Больших изменений здесь нету. Так, там что-то по мелочи поменяли и все. Ладно, гоу в замок. О, вовремя, да? Ох ты, мать, куда я зашел, куда я зашел? Вот это мазафака. Тут... О-хо-хо! Вот это прыжок от души. Так, это танк. Убить смысла нету. Это тоже танк. Все? Ну, один килл есть. И то хорошо. Я думал, куманы не придут, кстати. Так, пока стоим без дела, наверное, пойду себе чайник поставлю. Делаем обзор шоколадки. Ни слова, ни по-украински, ни по-русски. Немецкая, по идее. До Германии привезли. Фольге. Орион. Это черный шоколад, фу. Я люблю молочный шоколад. 68%. А, Прага. В Праге его сделали. О, нашел Прага. Да, это просто черный шоколад. Какими-то орешками. Я люблю молочный. Да, самый обычный черный шоколад. Он горький. Короче, чтобы не лагало на осадах, нажимаешь Alt-P, убираешь анимацию.
и тогда можно более-менее нормально играть. Всякие плащи, там, не знаю, ахатионы убирать. Лично у меня это не сильно влияет на FPS. Анимация и текстуры выбираешь, и все. Так, все, захватили, да? 6 КБО дали, нифига себе. 6 КБО. Нормально. Надо СП качать, потому что СП нужно очень много. СП даже важнее, чем опыт. А, я не знал, типа, чем чаще тотем убиваешь, тем эта пассивка тотема качается. Вот, типа, 5-й раз убили, и уже пассивка вот тотема 5-го уровня. Вот реально, в пенте, вот самая сильная раса, спасибо тому, что там она забирает тотемы, забирает самые лучшие локации, забирает все самое лучшее, и получается, что сильная раса, она еще сильнее становится с каждым разом, с каждым днем. Потому что все самое сочное забирает топ-раса. И вот добиться какого-то баланса, ну это вот не знаю, как нужно игру переделать, чтобы добиться баланса. Вот тотемы забирает, забирает Баюма. И получается, самая сильная раса, она еще сильнее становится. Ну вот тоже, да никак. Тут уже вроде бы стало более-менее безопасно. Все прокачанные ушли в лабиринты. Все тусуются там. Бздун. Он на меня бьет, или... А, нет. Бьет мобов. Так, квест готов. Куда дальше? Волшебный единорог. Ну, понятно, лабиринт. А, нет, где спокойствие. В принципе, нормальная локация. Доступная локация. Можно прокачать. И что его качать дальше? Или урон по мобам качать? Тихо, тихо, красный. Стоять. Ты кто? Блин. Это нуб, походу. Цель типа перебросил на этого, на моба. Бить моба начал. Я в PvP вообще это рукожопый, да что там это. Если я что-то прожимаю неправильно, не нужно в чат писать. Я на магах никогда не играл. Для меня маги это боль. Ну то явно был слабый дагер. Потому что ножи там на меня. Ну, ножей мало это. Ножей тоже играет мало. Потому что с ножами я бился, наверное, ну раз 5. Все 5 раз проиграл. Что прокачать это? В ринде прокачать. Что более профитно? Повышение шанса группы? Или маг-атака по монстрам? Или крит по монстрам? Наверное, нам нужно группу качать, я думаю. Или даже СП качать. Потому что, чтобы вот эти все пассивки прокачивать, стихийные, там столько СП нужно. Просто миллион. А их нужно качать все, потому что там, допустим, сопротивление огню повышает регенерацию, там сопротивление там воды повышает регенерацию МП, там сопротивление там земли повышает физзащиту, там сопротивление света повышает вроде бы маг-защиту. Как бы для поднятия статов защитных это нужно по любасу качать. Поэтому вот эта пассивка на повышение СП очень спокусливо, заманчиво ее прокачать. Ну, наверное, прокачаю группу. Шанс выпадения группы. Это будут сундуки чаще появляться. Надеюсь я на это. Блин, далеко квест. Ну как далеко? Вот там, сверху подняться нужно. Опа-на. Если еще и третьего убьет, это вообще будет пи***. Имба сраная. Ну, просто в соло троих убил по очереди и все. Полная дичь. Че, ну просто чувак бегает по всему полю, всех убивает. Сам, блин.
и просто текает, и все. Как его убивать? Когда он убивает, ты ты уже не убежишь. Когда он умирает, он спокойно убегает, и все. Блин, что там, опять осады? Блин, ладно, погнали на осады, потому что мне нужно БО. И мне нужны монетки. Поэтому бежим на осады. Квест подождет. Ой, ой. О, побежали. А, это тотем. Это не осада. О, 4 мага. Пятый маг. О, сегодня магов больше. Вчера было только 4 мага и все. Сегодня уже больше магов. Так, подарочек лежит, спасибо. Кто-то мне его оставил. Благодарочка. 2 талика. Концентрация, сила лечения, понятно. Защита от стрел. Вот это, мне кажется, и пригодится. Да, точится. На шанс срабатывания точится. Вот, мультикаст. Шанс. Можно точить. И мощность. Повышает силу маг-крита. Так что это скилл номер один для заточки. Потом баф, который повышает маг-атаку, тоже нужно хорошо поточить. Ну и, конечно же, скиллы атакующие тоже не помешало бы поточить. Блин, сломался. На плюс один сломался. Там еще и пассивка точится вроде бы на силу. А, на шанс крита. Да, на шанс крита еще точится пассивка. Короче, мага можно неплохо еще заточкой бустануть. Были бы денежки. Это приманка такая. Сундук оставил. И там за углом стоишь, ждешь. Гоп-стоп. Свиток на броню. А, набижу. Привет из Сибири. Тебе тоже привет из Украины. ПВП? У меня анти-ПВП класс. Немножко не угадал, кем стартовать. У меня ПВП какое? Я вижу лука, спустя 2 секунды я уже в городе стою. Вот такое ПВП у меня. Давайте попробуем этого орка убить. Он, по идее, нубок. По идее, нубок. И, по идее, он авк. Жирная тварюка. Впервые встречаю мага-орка, кстати. И отвечаю, он там левела, не знаю, там 45-го, возможно, левела он. Может, там 50-го левела. В шмоте магазинном. Там, наверное, и бижа магазинная у него. А был бы шмот такой, как у меня, я бы его и не убил бы. 100%. Кто тащит? Костейчики, луки, ХДД. С двуручными мечами. Это вот... Основные играбельные классы на пенте 3.5. Остальных классов почти нету. Лука вот больше всего. Их вот не знаю, там процентов, наверное, 70, наверное. Как и кучно стоят. Под деревом. Ну, почти всех убил, кроме одного. И вот именно он подошел мне с тандал. Молодец. Сколько нужно для побелки бижи? 5 и все? Смешно. А, у меня на ожерелье 2 кусков не хватает. Надо пойти купить. Заготовка. Ага, написал. По 2000 продают. Вообще копейки. По 2000. Куплю 10. Кого не хватает, не пойму. Все ж хватает. Что он мне не дает? А, это режим просмотра.
Ну. Какой режим просмотра? Я дебил или что? А, ну как-то ожерелье нужно убрать оттуда, да? А зачем я купил фрагменты на ожерелье, если у меня ожерелье желтое? Я дебил или что? О, дурак. В смысле? Я дебил, я не понимаю, как это работает. Обмен частями. Частями. Ну, где частями? Тут вся бижа нарисованная. Частями. А, во. Мазафака, неужели получилось, да? Кепка жмет, наверное. Давит. Все сосуды в голове передавило, туда кислород не поступает. И вот получается, только на шестой день я одел тот шмот, который я был, который я должен был одеть на второй день уже. Вот если ты нормальный, ровный задрот в пенту, вот такой шмот у тебя должен был быть уже на второй день сервака. А вот у такого нуба, как я только его получил на шестой день. Вот на второй день такой шмот ценился. В данный момент уже этот шмот кусок говна. Даже не на плюс 6. Это вообще мусор. Если поломаю, точну только на плюс 2. Давайте хоть зеленую руну использовать. Магатака 801. Посмотрим, насколько магатака или подымется, или наоборот понизится. Очнулась. Ну, слава богу. Ого! Так неплохо этой магатаки добавила. Я думал, там ему плюс 5 добавится магатаки. Можно еще на плюс 6 точнуть. Сейчас эта заточка сломается, там, наверное, сразу минус 200 магатаки отнимется. Зука, ты какой-то не оптимист. Ну, нужно быть оптимистом. Ах, так и знал. Кого я обманываю? Я неудачник. Так в натуре минус 200 атаки отнялось. Так, ребята, все. Спасибо всем за внимание. Спасибо за лайки, спасибо за дизлайк. Всем пока, всем удачи. Можно заходить? Happy birthday to you. To you. Поздравляем тебя с днем рождения. Только осторожно, поддерживай. Мы своими руками делали. В темноте снял что-то. А что, лампочка? Нет. Выключи оттуда лампочку. Сейчас.